Ну что, друзья, хочу представить вам мой стол. Красивый стол, ну, собственно говоря, обзор будет про этот стол. Ну, или чик-чирик, чик-чирик, как говорится, чик-чирик. Чик-чирик, что-то я за чик-чирикал. Что это значит? Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик. Кто там? Друзья, на самом деле я, конечно же, хотел сделать небольшой обзорчик об этой прекрасной птичке. Вы посмотрите, какая она замечательная. Ребятки, я еще так близко и не видел. У нее очень такой приятный, прям такой приятный-приятный у нее, значит, материал. Вот прям замечательный-замечательный. Вот здесь есть, вы видите, специальная такая вот для отверточки, наверное, штучка. И надо ее вот так вот чик. Вот, подкрутить, и тогда само лезвие у нас будет ходить довольно плотнее, немножечко плотнее. Так, ну что, значит, к птичке у нас... Кстати, птичка к нам прилетела из Китая. Да, из магазина Gear Best. Значит, это птичка, как вы догадались, уже птичка-ножик. Вот, с ушками и клювчиком. Вот такая она красивенькая птичка. И есть вот такая вот железная цепочка. Ну, знаете, чтобы птичка не улетала там. Вот. Ну и сам, конечно же, сам нож, само лезвие. У нас керамическое. Насколько я вижу, ну, действительно, оно очень-очень острое. Вот я буквально сегодня брал посылочку, так, там ничего нет, вот я резал. Но сейчас при вас порежу, то есть просто без надавливаний, без всяких, сделал вот так, и, пожалуйста, шикарный надрез. Еще раз, я не давлю совсем, и вы видите, как она резко врезается непосредственно и прорезает все, включая даже пупырчатую эту пленочку. Ребята, вот такой вот замечательный, девчата, ребята, подписчики, просто мужчины и женщины, также юноши и девушки. Значит, давайте посмотрим, сколько же наша птичка весит. Итак, давайте посмотрим, сейчас посмотрим, сколько у нас будет весить наша маленькая птичка. Но я так думаю, что грамм, ну, что-то я так думаю на ощупь, но, вы знаете, может быть, 50. Нет, на самом деле, думаю, 25. Потому что до этого я рацию трогал. Ну, рация гораздо круче, но она, правда, грамм 90 весит. Да, хорошо. 45 грамм. Пробуем. Так, а что у нас 8 стоит? Давайте-ка мы обнулим. Нажмем 0. Yes, все окей. У нас 0. Давайте пробуем. К сожалению, я ошибся. Не 45 грамм, а 24 грамма, друзья. Замечательно. Замечательно. Режет она красиво. Я показал, у нее, конечно, качество и сборки замечательные. И вот она вот вся такая вот. Очень приятная на ощупь. Я себе закажу еще парочку таких. Обязательно, потому что моим родным, родственникам очень понравилась эта птичка. Мышка. Нет, это, конечно же, птичка с очень-очень-очень остреньким ножиком, лезвием. Вот так вот это выглядит, наше лезвие. В общем, друзья, пришла посылочка у нас, значит, вот в такой коробочке. Наша птичка пришла вот в такой коробочке. Тут написано чик-чирик, какая-то керамик. Нож, керамический нож. Ну и вот, что, собственно говоря, здесь у нас нарисовано. Значит, насколько я понял, вот в печку. Это же у нас печка, правда? Значит, в печку бросать можно. Конечно же, нельзя. Тут же вот нарисовано по-русски. Нельзя. Значит, нельзя также... Вот это что за глупости? Я так полагаю, что нож не... Ой, лук нельзя резать или что это? Чеснок, вернее. Не
Знаю. Надо будет посчитать. Сыр нельзя резать. Сыр на огне нельзя. Вот. И еще трусы. Или это дерево. Вообще непонятно тогда, что можно этим ножом делать. Ну, в общем, красивый нож. Друзья, кому интересно, вот, может, какие-то новости там узнаете, ну, не новости, а вообще информацию про этот ножичек узнаете, что им можно делать, что нельзя, тоже пишите, будет полезно. Все, спасибо, всем пока, всем хей, ла-ла-ла и пока, друзья.